Московский киллер пытался ограбить свою жертву перед убийством. Преступник пытался узнать у него пароли к банковским картам. Так и не добившись ответа, открыл огонь. Возможно, деньги киллеру были нужны, чтобы наладить отношения со своей девушкой. Как рассказал его знакомый, накануне стрелок серьезно поссорился со своей возлюбленной. И кроме того, у подозреваемого были проблемы с психикой. Выяснилось, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Киллер, кстати, застрелился при задержании. Сообщается, что сначала он несколько раз выстрелил в полицейских. К счастью, никто из них не пострадал. Ведутся оперативные следственные действия, и стало известно, что киллер увлекался оружием и регулярно выкладывал в соцсети фото с тренировок по стрельбе. Более того, он оказался призером чемпионата Москвы по стрельбе и участвовал в соревнованиях по страйкболу. Ну и напомню, утром злоумышленник застрелил мужчину в подъезде жилого дома. От полученных ранений тот скончался на месте еще до прибытия медиков. Тверской